Приветствую, бойцы! Как у вас дела, как настроение? Давайте пробежимся по новостюшкам, полетим играть. Итак, официальный ресурс Sand of 2 во ВКонтакте. 2,5 миллиона участников. Охренеть. Итак, что там? Успеваете отправить работу на творческий конкурс? А что нужно сделать? Хоть что? Непонятно. Ну, в общем, принимайте участие, если у вас есть время, естественно. Так, мерч. Мерч по Sand of 2. Нифига себе. Интересно, круто. Посмотрим. Давайте нажмем, посмотрим. Ну, смотрится круто, я бы такое хотел. Итак, далее. Запускаю голосование. Можешь собрать выполнить временное событие. Выберите режим. И что это дает? Что это? Непонятно. Пропускаем. Так, музыка. Короче, ничего интересного. Новости какие-то такие. Обыкновенные, просто чтобы поддержать движ. Что такого полезного, информативного нет. Так, 11 минут назад тестер замечен в режиме Carnage. Вперед, резня, бойня. Похер. Короткое видео на следующее летнее обновление. Что будет? Бляха-муха. Ну, сделал какую-то выписку, самое главное. Надо смотреть. В общем, кому интересно, посмотрите. Лето, не за горами, кстати говоря. Через недельку уже и лето. Так, 22 мая, еженедельный режим бой на гранатах уже доступен. Должно быть весело, в такие режимы не играю, быстро надоедают, но Разевич можно и поиграть. Так, версию 2.4 заметили, 2.3, понятно, далее идем. Группа тут 1.5 ляма участников, офигеть. Так, 21 минут назад, Катя покажет, что такое уют.